работы коридор можно поклеить обои. Здесь 5 дверей. Вот это вот надо зашить панелями пластиковыми. А вот это вот зашить гипсом. И поклеить обои. Здесь много вырезов вокруг дверей. То есть верхнюю часть зашить гипсом, нижнюю часть зашить пластиковыми панелями. Здесь вот вмазать нормально под розетки, потому что верхнего нету вообще. Просто на пене все вклеено, надо все это выковырять. Вмазать нормально, ровно, аккуратно. Так, дверной проем нужно, соответственно, уголки пластиковые, 4 штуки, снизу до верху. Верхнюю часть не надо делать. Потолок натяжной, наверное, штучки 2 светильника или 3 сюда поставить. То есть обои, короб, блок розеток, натяжной потолок. Дальше. В туалете есть водонагреватель. Нужно вот отсюда взять электричество, подняться туда наверх и где-нибудь здесь панельку отодвинуть под плинтусом. Вот там вот наверху сделать розетку. Здесь провода хватит. Наверху сделать розетку. Дальше, вот здесь внизу, так, нужно разобрать частично или полностью вот этот весь короб, в котором трубы идут, и, соответственно, подпаяться к холодной и горячей воде и поднять трубу до водонагревателя. Ну, здесь, грубо говоря, 1,5 метра высоты, 2 крана. Там обратный клапан стоит. Потом этот короб обратно собрать гипсокартоном и опять также выложить плитку. Соответственно, унитаз, наверное, будет мешаться. Надо будет его снять, демонтировать, потом обратно смонтировать. И вот здесь вот сделано похабно. Нужно гибкую гофру поставить вместо вот этого куска трубы. Весь объем работы на данный момент.